Всем привет! Сегодня мы на Пальма де Майорка. Прогуляемся в центре. Привет! Привет! Мария. Hello. Из Мексики. Джоди. Южная Африка. Да. Ксюха. Украина. Джани. Все будет хорошо. Узбекистан. Говори Азербайджан. Все певцы, музыканты. Русский африканец. Пожалуйста. Джоди, ты русский? Да. Тут все русские. Я тоже. Да, да, да. И Мария тоже. Мария, ты русская? Да. Да, давай, давай. I don't know what means. Вот так вот. Ребята заказали себе white sangria, это вино с шампанским и с фруктами. А мы с Джани пьем кофе, потому что вечером мы идем в тренажерный зал. Да, Джани? В принципе, даже если бы я не шел в зал, я бы алкоголь не пил. Tomorrow,
Что ты заказала? Я заказала хамон и чиз, блинчик с хамоном и чиз. Вау. Не с красной икрой, конечно, вряд ли там будет это сливочное масло. Очень дорого в Европе сливочное масло. Но на безрыбье рак щука. Gracias. Целую такую тару. Ну, хоть румяненький здесь более-менее. Выглядит как лаваш. Лаваш, знаешь, что такое лаваш? Да, да, конечно. Вот он, вопрос, он горячий, но он сухой, она даже на маслом еще. Это внутри там что там? Хамон и чиз. Хамон и чиз. Если бы она еще маслом сливочным намазала, он был бы еще лучше. А ваша Галя балована? Не, не балована. Блинчики, вкус блинчика зависит от хорошего масла. Запомните это. Вы можете приготовить его из чего угодно, но помажьте обильно, не жалея, сливочным маслом хорошим. Согласен. Или топленым. Да, да. Вот, азербайджанским. Будет очень вкусно. Потому что аромат дает другой. Я вообще топленым маслом все время заливаю. Все время топленым маслом. Все везде течет, но дети съедают свои пальцы. Класс. Да. Как тебе Пальма де Майорка? Хорошо, все отлично. Хорошо погуляли сегодня, да? Да. Выпили кофейку, кто-то попил сангрию. Да. Кто-то кофе. Ну, особенно, когда долго находишься на борту, хочется вырваться. Сегодня все выбежали прям, выбежали с утра, да, пораньше. На свободу дорвались. Это наш корабль MSC Meraviglia. Итак, друзья, я уже вернулся на борт нашего круизного лайнера. И сегодня мы прогулялись по центральной улице красивого и солнечного города Пальма де Майорка. И мы вернемся сюда еще не один раз. А сейчас я говорю вам пока. До встречи.